В Волгограде приступили к реконструкции лестницы, ведущей от здания музыкального театра к нижней террасе центральной набережной. Обновленный спуск дополнит благоустраиваемое пространство от Мустеатра до улицы Ковентри и обеспечит пешеходам доступ к недавно открытой парковой зоне возле Волги. На каком этапе ремонтной работы сегодня и как преобразится территория в будущем, расскажет Екатерина Кудряшова. Много лет подряд спуск от нижней террасы центральной набережной к верхней в районе музыкального театра волгоградцы и гости города преодолевали по старой разбитой лестнице. Гранит давно потрескался, а штукатурка отвалилась. Но совсем скоро эту территорию отремонтируют. Часть облицовки и подпорных стен рабочие уже сняли. Основания освобожденных от покрытия участков укрепляют армирующей сеткой. Частично демонтируют и покрытие ступеней. Не подлежащие реставрации из-за сильных повреждений гранитные плиты специалисты заменят на новые. Остальные вернут на прежнее место после шлифовки. Для этого каждый элемент кладки пронумерован. Приступили к демонтажу брусчатки. Отдемонтировали старую штукатурку, сейчас начнем заниматься монтажом, штукатурить, заменим основание в напольное, поменяем плитку, другая будет плитка лежать. А также отремонтируем стены, все вот эти ведущие, также к лестнице к этой, и ту лестницу, которая ведет по зеленой зоне, то есть также будет она ремонтироваться. Обновленное покрытие лестницы специалисты компании-подрядчика обработают гидроструйным аппаратом, а вдоль спуска смонтируют новое освещение. Его на этой территории никогда не было, как и капитального ремонта. Работы планируют завершить до конца года. Ранее реставрацию провели в створе улицы Ковентри на исторической лестнице, которая связывает парковую зону по улице Чуйкова с новым амфитеатром. Там специалисты не только привели в порядок спуск, но и благоустроили прилегающую территорию, оборудовали новые светильники, точные копии фонарей, установленных еще в советские годы, высадили растения и уложили поливочный водопровод. Красота города Волгограда, как бы ворота города Волгограда, поэтому и набережная будет красивее смотреться за счет этих лестниц. Ну а 23-й год запланированы работы, это дальше от лестницы Ковентри до Панорамы и до 7-й гвардейской. То есть это также озеленение, освещение, новая брусчатка. Центральную набережную Волгограда муниципалитет приводит в порядок поэтапно. С 2017 года новый облик приобрела верхняя терраса на участке от улицы Краснознаменской до музыкального театра. Там появился декоративный пруд, плоскостной фонтан и новые пешеходные дорожки. Обновили пропилеи, ротонду, центральную лестницу и еще 28 малых спусков. Масштабную реконструкцию прошел фонтан искусства. В этом году благоустройство верхней террасы было продолжено от музыкального театра до улицы Ковентри. В перспективе общественное пространство преобразится до памятника маршалу Константину Рокоссовскому. Также в этом году в рамках празднования Дня города берег Волги украсил новый парк с амфитеатром. Набережная 62-й армии – визитная карточка Волгограда. Когда все работы здесь будут завершены, она станет одним из основных элементов единой рекреационной зоны вдоль Волги, в которую уже вошли территория у стадиона «Волгоград-арена», парк Победы и Царицынский, а также скверы имени Пушкина и Пахмутовой и территория у пожарного парохода «Гаситель». Екатерина Кудряшова и Виктор Хиврин. Время новостей.